Цена только сегодня. Главный товар дня по исключительно низкой цене. Слушайте, друзья мои, у нас решение есть от прекрасного немецкого бренда Baker, который изобрел уникальные кастрюли, которые имеют форму кастрюли и имеют встроенный дуршлаг. Так. Кроме того, комплектация уникальная еще за счет того, что наши кастрюли сделаны из углеродистой стали и, естественно, очень быстро нагревается. Но главное преимущество то, что здесь встроенный дуршлаг. Друзья мои, я легко вам показываю, как легко мы можем слить, ну, предположим, те же овощи, которые ты сливала или брала дополнительно дуршлаг. Я беру, друзья, пойдемте со мной. Так, пошли. Показывай. Пошли, молодцы. Ой, ты спокойно, не зацепил. Буянь. Смотрите, так. Я беру, а вот так вот и сливаю. Не использую дуршлаг, а значит, не делаю лишних манипуляций. Кроме того, не обжигая руки, это гораздо прочнее и удобнее. Сливаете, берете, открываете и выкладываете эти овощи. То есть получается удобство налицо. Ну, это хит продаж телеканала «Шопеншоу». Кстати, раньше мы предлагали 3 цвета на выбор, теперь только 2. Но зато, друзья, перед эфиром, кстати, закончился 3-й цвет. Сейчас пока еще остается в наличии красный. Их в меньшинстве именно красных наборов. Далее зеленый цвет вы видите на экране. А теперь внимание. Такое впервые на телеканале «Шопеншоу». Со скидкой в 900 рублей. За 1499 рублей вы приобретаете целый комплект. Большая кастрюля, вот, 5-литровая кастрюля. В комплекте также 2-литровая кастрюля с крышкой, дуршлаг, вот, посмотрите. И 2 подарка, целых 2 подарка. Вот эта терка для сыра очень удобна. У меня дети любят макароны с сыром, и я им всегда натираю при помощи вот этой терки. Это здорово, сюда прям сыр закладывается, потом так вот трется. Мы вам покажем. Друзья, уникальный набор за 1499 рублей с фиксированной доставкой 199 рублей. Оль, вкратце про подарки. Какой очень удобная, расскажи, силиконовая, да, форма. Вы можете здесь сделать оладушки, можно сделать биточки прямо в сковородку, они легко, кстати, и помещаются в наши кастрюли. Представьте, вы захотели, к примеру, сделать что-то жареное. Пожалуйста, наши прекрасные силиконовые формы помещаются в эту кастрюлю, значит, вы здесь можете поджарить. Да, это не удивительно, потому что наша кастрюля не только как кастрюля, не только можем тушить, но и можем здесь и жарить, и сливать, потому что здесь полноценный дуршлаг. Вообще, на самом деле, такие кастрюли у меня ассоциируются именно с макаронами. Скажи, пожалуйста, помимо макарон, что мы можем еще приготовить здесь? Пойдемте со мной. Да. Друзья мои, 2 цвета на выбор, уникальность, подходит для всех видов плит. Смотрите, самые многофункциональные. При помощи наших кастрюль мы можем, приготовить суп. Мы можем приготовить, например, идеальное решение такое, как отварить макароны. Можно, например, сделать суп. Можно сделать поджарку для супа, потому что наши прекрасные кастрюли обладают антипригарными свойствами. И, естественно, здесь можно легко жарить. Но главная особенность – то, что ты, Оля, не берешь дуршлаг и не делаешь лишних движений. Ты заговорила о блюда из макарон? Ну да, и какие вообще блюда можно приготовить? Ну хорошо, смотри, компот мы отварили, так. Мы можем сливать, нам не нужно Кстати, дуршлаг. Про компот, знаешь, у меня вот дети, когда там что-то плавает, компотики, так, стаканчики прозрачные, мам, я не буду это пить, там кислые ягоды, мам, я... Вот они такие, сейчас дети все привередливые, войны не видали. Я, кстати, не... Ну не дай бог, слушай, но я сам не люблю, когда сухофрукты плавают. Смотрите, идемте со мной. Прекрасная кастрюля, когда идет в комплектация, вы получаете целых 6 предметов, вы готовите с ягодками. Так. Многие дети, правда, не любят. Как сделать так, чтобы слить эти ягодки, не брать дополнительно какие-то ингредиенты, лопатки, шумовки и так далее. Вы закрываете эту крышку, фиксируете. Смотри, насколько прочная эта крышка. Вы ее легко можете приподнимать даже за... Не открывается. Ну, попробуйте себя дома. Возможно ли за крышку приподнять? Берете и сливаете. Пойдемте со мной. Угу. Пойдем. Опа! К примеру, нам надо слить компот. Так. Мы не открываем, не берем шумовку. При помощи этих прекрасных кастрюль мы берем и сливаем вот такой прекрасный компот. Это удобно, посмотрите, друзья, это гораздо удобнее, нежели если бы вы взяли бы и сливали все это через крышку, придерживали. Обычно это вдвоем делается. Да? Держи, держи, осторожно, главное, крышку не отпускай, там бам, и все вылилось. Так, внимание, сегодня
вы приобретаете целый набор кастрюль, откуда ничего никогда никуда не денется. Макароны, вспомните, как сложно иногда сливать. Или в одной руке, ладно, вы держите дуршлаг, а в другой руке кастрюля, вот этот пар, горячо, все так же неудобно. Здесь, смотрите, просто переворачиваем и сливаем. Это удобно. Смотрите фокус. Оп! Видели? Никуда не девается крышка, это очень удобно. А для того, чтобы ее открыть, просто поворачиваем и открываем. Понимаете, да? С дырочками. Это дуршлаг. Итак, два цвета на выбор. Красный и зеленый. Мне подсказывают, что красный самый популярный. Их меньше всего. Объемы 5 литров, 2 литра. Далее, в комплекте вы получаете в качестве подарка вот такой замечательный вариант для терки сыра. И сейчас быстренько давайте разделим цену. 1499 рублей на полную комплектацию. 6 получается, предметов. Да, на 6 предметов. 250 рублей за кастрюлю, 250 рублей за терку сыра. Вообще, да. Это отличная цена, успеете, друзья. А теперь я обращаюсь к вам. Друзья мои, у меня в нашем комплекте здесь овощи, здесь макароны. Что мы будем сливать? Давай овощи сольем. О, прекрасно. Давайте просто покажем наши овощи, друзья мои. Смотрите, мы, допустим, отварили овощи. Угу. Нам надо слить. Мы берем дуршлаг, как обычно это делаем, и сливаем. Здесь это делать не надо. Ты фиксируешь эту крышку. Пойдемте со мной. Угу. Подходишь к раковине и делаешь следующее. Смотрите, следите за моими движениями. Вы переворачиваете эту прекрасную кастрюлю, и крышка абсолютно не падает. Овощи а значит, вы не берете дуршлаг, вы не используете, например, прихватки, вы не используете тряпочки и так далее. Все, приготовили. Дальше открываете, овощи полностью готовы, выкладываете. Ну, давай сейчас, давай вот сюда выложим и посыпем нашим сыром. Подарком. Нет, подарок, который у нас идет. Я покажу нашим телезрителям подарок наш. Вообще это удобно. Вспомните, друзья, чаще всего, ну, у нас все действительно вылетает. Ну, одна капустка так обязательно упадет, когда мы ее сливаем. Здесь ничего никуда не денется, потому что здесь надежные кастрюли. Кастрюли с надежными крышками дуршлаком. Слушай, скажи, пожалуйста, вот здесь у нас в кастрюле, я обратила внимание, да, есть антипригарное покрытие. Я вспоминаю, когда мы были в Италии, там сестра делала потрясающую пасту. Да. И она обжаривала именно в кастрюле лук вначале, да, а потом уже заливала соус томатный и так далее. Я, когда приехала уже домой, решила тоже это попробовать. Кастрюли. Так. У меня все прилипло, подгорело. В общем, не получилось. Не получилось. Я понимаю, что нет таких кастрюль у меня итальянских, как у нее. Скажи, здесь это можно обжарить? Слушай, но прекрасный бренд Baker позволяет вам обжаривать прямо в кастрюле. То есть она сделана полностью из углеродистой стали, и внутри у нас качественное антипригарное покрытие, которое позволяет жарить со всех сторон. Вот давайте посмотрим само устройство кастрюли. Полностью сделано из углеродистой стали. Сделано и магнитным нанесено слоем, что позволяет вам использовать на индукционной плите. Кроме того, есть специально второй слой, который позволяет нам создать эффект некого томления, то есть природного некого томления. Ну и, конечно же, третий слой – это внутреннее специальное покрытие со шкалой литража, чтобы соблюдать полностью технологический процесс. Кстати, ты знаешь, что очень качественное жаростойкое антипригарное покрытие, которое выдерживает температуру 220 градусов. Помните, я вам говорил, что наша посуда полностью сделана... Это магнит, кто не понял. Когда магнитится правильно, значит, тем самым она подходит для индукционных плит. Прекрасно. И готовит в два раза быстрее. Вот. Итого вы получаете 6 предметов за 1499 рублей.